Всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлинос, и сегодня я бы хотел просто поздравить всех подписчиков, потому что сегодня на нашем канале 100 тысяч подписчиков, вы представляете, каким... У тебя не 100 тысяч, у тебя 27. Как это 27? Я что, за это все время... Опустись, небес. Я что, за все это время 27 тысяч подписчиков всего лишь заработал? Так что, друзья, ладно, я пошутил, нет у меня, конечно, 600 тысяч подписчиков, я бедный бомж, блять, кто пишет. Ну что, друзья, почему я сделал это видео, я хотел бы сделать типа маленького подкаста и рассказать вам о том, что я купил наконец-то вебку, и вы меня теперь в таком качестве будете видеть, видите, я даже махшу руками, и на этом качестве можно увидеть, как у меня растут усы, вы видите? Вы можете даже увидеть Максима глаз. Представляете, укуренные глаза. Не облизуй подписчиков, они потом будут все в слюнях. Так что, друзья, теперь в этом качестве вы будете намного лучше видеть мое красное лицо. И почему-то оно у меня как будто бы намазано салом. Это неудивительно, потому что я хохол. Ладно, это не важно. И также я купил... Кто-то мне пишет постоянно. Также купил такие вот наушники офигенные. Это сейчас подумает кто-то, реклама, блядь, зачем? Рекламируешь кого-то, блядь. Нет, я никого не рекламирую. Я вот купил такие вот наушники КОС. Теперь вы будете видеть меня. Слушайте, знаете, как-то КОЗ. Как коза, да, звучит? И я вот еще пью пиво, вот взял козел. Коза, козел. Что бред какой-то, не ладно. Так что будете видеть меня в нормальном теркачестве. Будете видеть Максима, наверное, много лет раз. Если я к вам не перееду. Да, вот Максим хочет в Россию поехать. Еще хотел рассказать о таких делах, как сейчас забирают в армию, якобы, ну, то есть не якобы, а забирают реально в армию от 25-24 лет. Так что если роликов не будет, я, конечно же, напишу. Это, конечно, смешно, да? Но отправляют в зону АТО. Я, если что, меня расстреляют, так что ничего, не переживайте. Если новых роликов не будет, вы знаете, где я лежу там. Так вот. И, кстати... Наушники прикольные, давайте посмотрим, такой типа анбоксинг. Я хотел сделать анбоксинг, но я не знаю, что про них рассказывать, а пердеть не хочу просто про эти наушники, блядь, не открываются. Сетевые дрим, помедленнее доставай. Да они вообще не хотят открываться. Ну вот, в следующей серии покажешь. Следующая серия, друзья, все, пока всем, шучу, конечно. Не, ладно, сейчас мы разберемся. А, вот, вот так, наверное, да? Долго выбирал наушники, почему же взял эти, мне друг подсоветовал, то есть даже не то, что посоветовал, говорил постоянно, что эти наушники вообще прям супер-пупер, офигенные, звучание в них классное, и вообще, вот смотрите, как это все выглядит, вот, вот такие вот, блин, сейчас, короче, говно закрываешь, первый, о боже, аккуратно не помни коробку, да ладно, нахер, блядь, пиздец. Так, тут есть, короче, сразу вот такой вот набалдажник для широких проходов. Это я вам не буду рассказывать об этом, потому что это очень эротично смотреть на такое, да? А, ладно, это уже фигня какая-то. Так, как же выглядят наушники? Сейчас посмотрим. Я их первый раз распаковываю. Ну, в магазине смотрел, но говно, конечно, ничего не понял. В них очень хорошее звучание, можете... купить себе такие же, вот как они выглядят, это намного круче, мне кажется, вот если так посмотреть, это намного круче, похоже на инопланетян какой-то, да, вот, вот так вот можно посмотреть, да, Максим смотрит, думает, что за хуйню он несет вообще, это вот если сравнить вот с моими старыми, да, ну вот это просто небо и земля, да, вот такой вот радист Морзе какой-то, и вот покруче намного, да. И тут есть такая вот железяка вот сверху, мне что понравилось, она, короче, создает такую, как бы, не знаю, как давление или как, я не знаю даже, как это сказать, когда надеваешь, можно. Так, надо, всякому. Да, вот, кстати, можно вот так перекрутить, вот они, пиздец там. О, ты что это треснуло? Я бы так в жизни никогда не крутанул, а если бы кто-то крутанул, ну, ты что, падла, вниз опять. Крутишь только ради видео. Да, так что, смотрите, сломаю с вас, сколько мы там покупали... 900 баксов, да, там, одна наушника вот эта вот. Как я говорю, одеваются вот так. Вот я вот, честно говоря, даже не слышу, что говорит Максим. Я даже сам себя не слышу, капец, они очень жестко сидят. Кто пидор? Да.
Так что, ну, будете меня видеть в таком виде. Почему я не взял с микрофона? Потому что микрофоном говно идет. Капец, реально у них ничего не слышно. Ну, офигенно. Надо сейчас проверить, кстати. Такое чувство, как будто бы ты сидишь, и у тебя, я не знаю, я даже не знаю, как это описать. Вот ты одень, послушай, у меня такое чувство, как будто я свое видео включил сейчас. И у меня как будто бы голос вообще совсем другой, как будто бы, вот, как будто бы, не знаю даже. Ого, полностью все будет. Да, полностью, вот, слушай, как звучание тебе? Такой, как студийный какой-то, да? Не знаю. Ты меня вообще не слышишь, наверное, да? Максим Гей. А вот подожди, не снимай, подожди, давай музыку тебе включим. Да, обычно, можно было бы и лучше. Да. Ну, Максим, все всегда обычно, всегда можно было лучше. Давай включим какой-нибудь рок, может. Ну, объемный звук, и как будто бы в звукозаписывающей студии сидишь, да? Сжимает так, а ну-ка, сейчас я протыщу. Но ты просто не сидел с тех наушников, ты бы заметил бы большую разницу. Так может, да. Так что, друзья, когда вот так вот одеваете эти наушники, они могут задушить вас, никогда не одевайте, потому что они очень жестко лицо покраснело, сидят. Да, голова другого надувается. Так что, друзья, они очень хорошо подходят для студийной как бы записи, и если вы будете что-то там монтировать, например, если вы певец или что-то типа такого, они очень хорошо подходят, но не одевайте их так, как я одеваю, одевайте вот так, типа у вас, вы слушаете свой мозг. Так что вот, что я хотел сказать, это был такой небольшой подкастик, видосы мы будем проходить, Hotline Miami уже готов, прохождение, да, там финал будет, также будут еще некоторые интересные ролики, будут хорроры на канале и много интересных упоротых игр, надеюсь, они вам нравятся. Так что вот такие вот дела. А Максим куда-то смотрит, непонятно куда, в душу. Я хотел спросить у тебя. Что? Спрашиваю. При подписчиках. А меня кто-нибудь в России примет из них? Что-нибудь такое спросишь? Друзья, если вы хотите, вам нравится Максим, и он хорошо очень работает, вы можете принять его к себе домой, он спрашивает, ну, там, друзья, пишите в комментарии обязательно, потому что он хороший человек, только он не жрет много, вот посмотрите, худой, не то что я он рожу наедаю. На 6, да, он девушки хороший трахатель, конечно, но это вообще без этого. Так что все дело у вас. Пишите мне, я дам ему личную страницу, и он все сделает. Мужчины геи тоже там, тоже. Никого не обидит. Так что, друзья, всем, наверное, пока. На этом мы заканчиваем наше вложество или что-то типа такого. Так, ладно, сниму их. И, конечно же, смотрите, обновляйте страницу, видео каждый день выходит, так что всем пока, удачи и до скорых встреч. Чао.